Евангелие от Марка, глава 4. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа так, что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много. И в учении своем говорил им: слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и тернии выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им: вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им: замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будет, и говорят ему: учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы, как у вас нет веры? И убоялись страхом великим, и говорили между собою: кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Первое послание Коринфянам, глава 8. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает.
Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много. Но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Книга Бытие, глава 32. А Яков пошел путем своим, и, взглянув, увидел ополчение Божье, ополчившееся, и встретили его ангелы Божьи. Иаков, увидев их, сказал: «Это ополчение Божье», и нарек имя месту тому Маханаим. И послал Иаков перед собой вестников к брату своему Исаву в землю Сиир, в область Едом. И приказал им, сказав: «Так скажите господину моему Исаву: вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил до ныне. И есть у меня волы, и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни. Я послал известить о себе господина моего Исава, дабы приобрести рабу твоему благоволение пред очами твоими». И возвратились вестники к Иакову и сказали: «Мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана. И сказал Иаков: «Если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись». И сказал Иаков: «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи Боже, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал: я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». И ночевал там Иаков в ту ночь. И взял из того, что у него было, и послал в подарок Исаву, брату своему, 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец, дойных жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов. И дал в руки рабам своим каждое стадо особо. И сказал рабам своим: «Пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». И приказал первому, сказав: «Когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря: чей ты, и куда идешь, и чье это стадо идет перед тобою, то скажи: раба твоего Иакова, это подарок, посланный господину моему Исаву, вот и саму он за нами идет». То же, что первому, приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря: «Так скажите Исаву, когда встретите его. И скажите: вот и раб твой Иаков идет за нами, ибо он сказал сам в себе: умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня». И пошли дары перед ним, а он ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих, двух рабынь своих и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд.
и, взяв их, перевел через поток и перевел все, что у него было. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал ему: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал ему: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря: «Скажи мне имя твое». И он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно». И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл. Ибо говорил он: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которая на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова. Псалом 32. Псалом Давида. «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в рот и рот. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великую силою своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя».